Ну что ж, здорово. Мы вернулись. Ну, в принципе, 15. Мы вернулись к сюжету. Ну, потому что там, вроде бы, уже я ничего не мог найти. И двигаемся. Надо же пройти, наконец, сюжетную линию. А, я один. Ладно, хорошо. Нет, мы все вместе. Ну и ангарище. Какой он просторный! Значит, центральный лифт проходит здесь. И идет с этой площадки. Ну, мы прокачаны до жопы, нам уже ничего не тражит. Ваше Величество, ваш драгоценный кристалл ждет вас. Но сначала встреча старых друзей. Конечно, люди со временем меняются. А как насчет дружбы? Что от него осталось? Проклятие. Присмотри на них. Присмотри на мои глаза. Вот это. Так, как его долго приставать, да? Печальный исход для Верховного Главнокомандующего. У него были мечты, надежды. Просто ужасно. Чудовищные дела творятся. Осторожно! Мы не одни! Ну кто ты еще? Как же я без них-то? Пожалуйста, отойдите от двери. Решайся скорее. Я тебе не завидую. Значит, пристали сюда. Конечно.
Так, а чё я должен? Отойдите от двери. Предай друзей ходящего мага. Продолжайте, ваше величество. Да пошел ты нахуй. Чтобы получить силу кристалла, надо быть готовым потерять все остальное. Должен был сделать. Двери закрыты. Не вздумайте умирать. Да не вздумайте, суки, умирать там, бляди. А если они умрут? То есть, здесь вообще был выбор? Или это так просто? Ладно. Ты думаешь, твои дорогие друзья еще живы? А те, кто умер за тебя, ты хоть задумывался, о чем они мечтали? Ты хоть слышал их последние слова? Я за вами вернусь, обещаю. Чувак, если честно, я, блядь, по лесам бегал большую часть игры. Я вообще далеко еще? Не помню, кто здесь умирал. Надеюсь, кристалл где-то здесь. Все рассчитывают на него, то есть на меня. Твой путь окончен, Нокт. Дай мне силу изгнать демонов. Что? Свет не причинил тебе вреда. Воистину ты избранный. Позволь мне кое-что тебе сказать. Давным-давно, много веков назад, человечество поразило неизлечимая болезнь. Она превращала людей в чудищ. Ты с такими не раз уже сталкивался. В то время в Луце служил Спаситель. И чтобы исцелить тысячи людей, он впустил в свое тело миллиарды демонов. Но завистливый король, который не был избран кристаллом, изгнал того целителя и ославил его как демона, сделав из него настоящего монстра. Я уже говорил тебе свое имя, но знай, при рождении меня назвали совсем не так. Ардин Люцис Кэллум. Вот мое имя. Кого звали Изуми, уже не важно. Убивая тебя в смертном облике, уже будет скучно. Обрети силу кристалла. Стань его защитником. Когда сгинут и кристаллы король, лишь тогда свершится мое возмездие. Возвращайся скорее. А пока я составлю компанию твоих друзей.
Да. Я должен умереть. Человек обречен жить вечно, и требующий бессмертия в скверне, что породило демонов, настолько нечистый душой и телом, что свет кристалла отверг его и не позволил совершить вознесение. Его разум искажен ненавистью и местью. Он узурпатор,
То есть мы сейчас получим силу, но когда мы освободим весь мир, уничтожим Ардена, мы тоже умрем. Возвращать, ты дебил, блядь. Огромный дебил, блядь. Чем больше тела, тем меньше мозгов, да? Вот этого двигались. А... Драконь... Какая-нибудь тюрьма. Что за хуйня? А? Я весь грязный и бородатый. Чё, блядь, случилось-то? О-о-о-о. Умбра. Будем ждать. В молоте. Возмездие? Призвание избранного короля? Зачивка возмездия. А это глава призвания избранного короля. Возвращение домой. Выбрав из своей тюрьмы, Ноктис обнаружил, что находится на Ангелгарде, блядь. Корабль его отца оказался пришвартованным на берегу, причем в отличном состоянии. На нем принц направляется, кричал Галдин, назад свое королевство. Ёбаный ты в рот, а сколько лет-то прошло? Я же был в кристалле. Что это нахуй значит вообще? А здесь дополнение еще объясняют, потому что второй момент. Мне хочется сказать, чё? Как долго меня не было? А, он сам вернулся только, да, получается? К остальным. А где же все? Да, оружие изменилось. Умбра, пойдем. Так, сохраню. Тут столько демонов. Что же без меня произошло? Ты чё, нахуй? Неужели я последний?
сусиди, да? Подонок. Чё, блядь? Сука. Да, блядь, вы заебали там. Да вы чё, да, блядь? Рано. Так, я могу там пойти отдохнуть в лагере? Пойдите узнать.
Конечно, не консервы. Пожрём. Что ж поделать? Ой. Жизнь бродяги. Так. И это что, мне пешком? Надо пиздошить пешком? Серьезно? Это ж пиздец, как я заебусь сейчас пешком, ты ебашь. Ну а что делать? Какой-нибудь транспорт был. Только в Silent Hill. Случайно. Thank you.
Он еще живой. Дохнет уже, сука. Да? Да. Слава богу. Ох, строк по дороге. Что на? Да? Это я, Талкот. Мой дедушка служил в семье Амицитиев. Талкот? Ага. Быть не может. Может. С возвращением, Ваше Величество. Да. Да, так и есть. А? Сейчас. Он сказал, что хочет с тобой поговорить. Поговорит лично. Он сказал, поговорит лично. Хорошо. Мы скоро приедем. Пока. Ты даже не представляешь, насколько я рад тебя видеть. Да, а ты здорово изменился. Думаешь? Видимо, я слегка подрос за эти 10 лет. 10 лет? Парни, наверное, ушам своим не верят. А где они, кстати? Чаще всего в Листалме, но они регулярно ездят в Молот. Зачем? Из-за Синди. Ну, ты помнишь, девушка из гаража. Суровая леди. Но иногда ей тоже бывают нужны помощники, и тогда она зовет их. Ха. А, кстати, парни сказали, что они сейчас как раз рядом с Молотом, так что там мы с ними и встретимся. Ноктис, знаешь,
С тех пор, как ты исчез, царит бесконечная ночь. В Листаломе пока что есть свет благодаря электростанции. Поэтому уцелевшие съехались туда. Только туда? Остальные поселения заброшены. Демоны выгнали людей из родных мест. В Молот люди время от времени заглядывают, но обычно не за ремонтом. Теперь это скорее убойный отдел. База для охотников на демонов. Впрочем, гараж тоже открыт. Один из немногих. А как поживает Сид? Держится еще. Но он уже не так крепок, как раньше. В последнее время он сам не смог. По крайней мере, с тех пор, как переехал в Листал. Кто-то предложил ему перевезти туда еще и гараж. Но старина Сид и слушать не стал. Сказал, что эта идея тупее жирного Чукова. И что в другом месте это будет совсем не то. Да уж, это в его духе. Синди сказала, что ей без особой разницы. Поэтому гараж пока что никуда не денется. И поскольку Сид сидит без дела, у него осталась последняя радость в жизни. Блюдо Игниса из морепродуктов. Если посмотреть, они везде. Демоны кишат. Все чаще на людей нападают. Или того хуже. Ирис уговорила маршала вместе бороться с демонами. Ее даже прозвали истребительницей демонов. Гладио и остальные помогают им по мере возможности. Ромпто почти все время охотится в районе Молота. Пытается впечатлить Синди, но она давно замужем за своей работой. А Игнис? Тоже охотится. Мы пытались его отговорить, но он не стал слушать. Сказал, что ему темнота гораздо привычнее, чем нам. Зрение так и не вернулось. Боюсь, что так. Но, надо сказать, он неплохо справляется в одиночку. Гладио и Промпто тоже обычно охотятся поодиночке. Их втроем теперь не часто можно увидеть. Конечно, иногда они работают всей командой, но у каждого полно-полно своих дел. Вот как. Блять, ну хватит уже это виснуть, сука. Ноктис, мы приехали. Все будут так рады тебя видеть. Не волнуйся, я никуда отсюда не уеду. Если возникнут еще какие-нибудь вопросы, обращайся. Сейчас у меня вопрос, что ты так, сука, виснешь-то? Больше ничего не хочешь сказать? После стольких-то лет. Нокта, это и в самом деле правда? Ты! Правда? Даже не верится. Долго же мы тебя ждали. Как получилось? Нам нужно о многом поговорить. Пойдем внутрь. Так. Финальная битва начнется, как только вы покинете Молот. Тщательно подготовьтесь. Ух ты как. Да. Так, сохраним это сейчас. Сохранить. Так, подготовиться, да? Какие тут у меня вообще задания есть?
Эй! По-любому ты меня ничем не удивишь. До свидания. Ты пошел ты. Чё это происхождение антисолнечных частиц? Рассмотрев многочисленные корреляции антисолнечных частиц и мутировавшего штамма плазмодий, связанного с демонами, мы можем с уверенностью утверждать, что демоны выделяют некое вещество, поглощающее свет. Видимо, таков эволюционный механизм выживания этих фотофобных существ. Учитывая массовое распыление происходящего после смерти демонов, их присутствие является главной причиной резких изменений, наблюдаемых в окружающей среде. Телек тут есть, да? Ты вообще не скучаешь, чувак. Результаты анализа загрязнения атмосферы. Присутствие антисолнечных частиц, поглощающих свет и похожих на частиц сажи, регистрировано как в приземных, так и в верхних слоях атмосферы. А их концентрация увеличивается по мере подъема. Антисолнечные частицы в атмосфере уже начали разрушать и заменять собой озоновый слой. Именно они главная причина сокращения продолжительности дня в Иосе. Чё тут? Привет. Нихуя себе, ну да. Заходите. Да лечу. На ракете. Больше некуда идти, некуда податься, да? Уничтожение. Неожиданная фронтальная атака двуручного меча по площади расходит 3 сегмента шкалы приема. И у всех какие-то борды, да? Ну, гладиус борда вообще ужасен просто. У них без бороды просто... Просто эти... Ладно, деды. Как минимум деды. Тише, не деды тут. Mm-hmm.
Так, ладно, значит, место отдыха. Надо возвращаться в прошлое, там все готовить. Ром, ты теперь научился даже охотиться в одиночку. Он сильно изменился за это время. Да, теперь я взрослый человек. Пришлось. А по-моему, ты не сильно изменился. Не настолько, как он утверждает. Хочешь обломать мне весь кайф? А что тут обламывать? Знаете, парни, а вы ни чуточки не изменились с тех пор? По характеру, да. Но теперь нам уже не обязательно звать друг друга на помощь в трудный момент. Координация действий стала, в конце концов, нашей второй натурой. Ага. И у нас ушло на это каких-то 10 лет. Ну, понятно. Ладно, на этом, наверное, я прервусь. Давай, удачи.